Так, хорошо, хорошо, я убил прошлого владельца этого дома. Никто тут больше не сможет заселиться. Это мой дом, мой аниматроника Бонни. Так, и кто это? Это дом! Это спрятаться в мою невидимую ловушку! Так, это, походу, новый владелец этого дома. Ну хорошо, хорошо, еще никто тут не выживал, так надо тише разговаривать, походу реально новый владелец этого дома. Не зря у меня тут полно всяких ловушек, я могу за ним наблюдать, что он тут бегает. А, радуется, радуется своему новому дому. Ну радуйся, радуйся, пока я тебя не грохну. Да, 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 иди спать, да, иди спать, и я ночью к тебе приду и скажу приветики. Так, все. Надо придумать план, как его напугать. Ладно, всё, сейчас что будет, Так, спит. Знает он, что такое быть аниматроником. Тут куча всяких проходов. Что это было? Кто это? Кто? Ой, может, кошмар опять приснился? Давай быстренько свет включить! Что это было? Может быть, реально показалось? Алло, тут кто-нибудь есть? Тут кто-нибудь есть? Мы... Ребята, я только заселился, я показалось. Нужно таблеточку успокоительное выпить. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ладно, пойду я спать. Завтра такой тяжелый день. Ой, тупые кошмары. Ой, хорошее утро. Надеюсь, этих кошмаров, которые были ночью, больше мне не приснятся. Ничего плохого не будет, ведь это мой хорошенький домик. Ой, нужно пойти в туалет. Нужно пойти в туалет и хорошенько пописать с утра. Ой, сейчас. О, туалетик. Утром можно еще и покакать. Че такое? Что за дом? Что за дом странный? Ладно. Пытаюсь еще раз. Ничего не было, ничего не слышал. Ой, хорошо. Алло, ребята, пожалуйста, не пугайте меня. Если это шутка, ответьте мне кто-нибудь, пожалуйста. Ладно. Видимо, не удастся мне сегодня покакать хорошо. Пойду делать я завтрак. Ой-ой-ой, что за дом? Нужно было другое выбрать. Ой-ой-ой. Нет, завтрак уже меня ждет. Так, кухонька. Сейчас мне вкусненького-то есть. Морковки всякие, сырки. Что бы поесть? Может быть, поем бы я бы меда. Да что с этим домом не так? Что происходит? Ладно, хорошо, мне опять послышалось, все нормально, у меня просто галлюцинации из-за переезда долгого. Нет, ну нахрен это просто уже какая-то жесть, я не знаю, соседей нет. Мой личный дом, я его купил за все свое состояние, и тут какие-то демоны водятся, все, нужно вызывать экзорциста. Так, какой там номер? Какой там 333-34, да? Алло, вызывай экзорциста, у меня тут демоны в доме. Да, прямо демоны в доме. Ну все, жду. Ой, поскорее приехал. Да, конечно, демон, он еще не знает о моем существовании, потому что это мой дом, а не его, я тут уже много лет живу. Хочет священника, ты не смотришь сюда, не смотришь. Хочет священника, будет ему священник, хорошо, сейчас мы все устроим. Где же этот экзорцист? Помогите! Долба демоны, спасите, помогите! Где же он? Ну где же он? Кажется, пришел! Иду! Подождите! Ну шо холоп? Где демоны? Кого убивать? Кого занять? Вот смотри, магия! А вы точно экзорцист? Да, священник-экзорцист в 8-м поколении 9-го легиона.
И вы прям всех демонов из дома убираете? Всех, у всех, кто где был, кто где жил, умер, всех и знал, ни одного не оставил. Все умерли. Ну, демоны имею в виду. Еще лайки, да, вы умеете ставить? Лайки? Я как-то не знаю. Да все, ну, конечно, не Дед Мороз, но лайки умею. Лайки, да, можно поставить прямо сейчас. Поставлю. Просто такая рожа страшная, ну ладно. А так вот, проходите быстрее, ну быстрее. Ну быстрее проходите, ну дверь закройте уже. Да, закрою. Где демоны, показывайте, кого убивать? Вот вы прикиньте, вот спал я, короче, вот в этой комнате, вот идите. Спал я в этой комнате, я такой лежу, никого не трогаю, бах, появляется какое-то чудище, говорит, прикиньте, я потом исчезает. Кто говорит, чудище ночью появляется? Да не может такого быть, ну малек, ну какое чудище, не было ничего. Да демоны, ну изгоняйте. Демоны, ща, о, да. Так все, в этом месте больше демонов не будет. Священной пылью космонавта посыпал, больше никого не будет. Что-то вы как-то неубедительно. Ты не веришь мне то, что я реальный священник? Не веришь? Тебе доказать? Доказать? Ладно, верю. Я могу доказать, если не веришь. Ну хорошо, докажите. Да, доказать, хорошо. Магия Иисуса Христа. Ой. Магия какая-то. Ой, давайте. Помогите. Так, я чувствую... Отсюда вылез, подонок! А! Знал об этом! Ну пошли, может он еще там. Ой. Вот ты знал об этом? Не знал. Нет. А вот сейчас мне веришь? Священник не. Офигеть! Видишь откуда? Как он тут лазит? У него тут скрытые проходы есть. Подождите, а вот еще в туалете, вот смотри, сейчас тоже постучит. Вот заходите. Вот сижу на туалете, какаю, да? А он. Тух-тух-тух делает, представляете? Тух-тух. Ну я говорю, он где-то в стенах, у него тут скрытые проходы в этого демона или кто это? Демон, да? Демона есть. Вот знаете, странно очень, вот вы пришли и сразу ничего не... Ну потому что Святой Дух пришел в дом, демонюк вот этот испугался. Вы изгоняйте, вот не мешаю, изгоняйте. Так, ага. Священная вода! Все, больше никого тут не будет. Священная? Священно, все осветил, больше никого не будет. Ну ладно, пойдемте, вот еще на второй этаж пойдемте. Да, даже запаха после какой-кунди не будет. Да, пошли. Вот на втором этаже тоже такая фигня была. Смотрите, идемте. Где? Вот сюда, где? За мной. На кухне? Опа. А это что такое за комната здесь? Ты меня спрашиваешь? На кухне тоже изгоните. А что тут было? Что тут было? Тут кто тоже ты? стукали и так вот так делали. Стукали? Подожди, откуда звук? Вот где-то из стен шел. Стены. Может это череп? Может череп мне что-то говорил? Нет, что-то. Я и так не плохая картина, плохая, давно мне не нравилась. Плохая, да. Ну, ты понял. Подожди, нюх священного духа. Ну. Спасителя Михаила. Отсюда, чувствую отсюда, паскуда, где-то вот тут ходит. Откуда? В этих стенах, подожди, вот тут у него какая-то ручка. Не подожди. Где? Ну быстрее. Часы не работают, кстати, старенькие. Вот тут чувствую. Смотри. Он подсматривал за мной? Он за тобой все время подсматривал. Все время. Вот как он передвигается. Смотри, вот тут, смотри. И тут. Офигеть. Подожди! Так, ну, быстрее, ну уже! Архангел! А тут еще смотри! Офигеть, архангел! Вот он как! Он смотрел, как ты дрю-дрюкаешь себе! Ну, было же друг-друга хотя бы! Вот он смотрел и спалил! Не стыдно! Ну, хотя вот! Не успел, кстати говоря, да, слава богу! Вот, да, хорошо, что он не заметил! Шок у него был бы в этом... Ой-ой-ой, видел мою голую попу! А ну все, не хочу об этом думать! Как это видеть? Такое еще зрелище, если честно! Но, не знаю! Откуда знаете, да? Милок, священник в этой жизни многое повидал, многое! Поэтому, да, ну ладно! Даже попы, да! Вот! Видишь, теперь тебе веришь, что я священник? Ладно, верю. Что? Еще пойдемте, вот я заметил какую-то комнатку тут непонятно. А вот это я не знаю, мне кажется, туда лучше не надо, там... Почему? Чувствую, отовсюду звоним. Это кто такой? Это что за чудище? Кинекс! Твою мать, марионетка, ты что тут делаешь? Я же сказал уйти из этого дома, потому что владелец тут новый пришел, мне надо его напугать и убить. Так, Хорошо, ты будь тут, я его перенесу в комнату, он начнется и, наверное, ничего не вспомнит. Да давай, сматывайся отсюда! Так, все, пошли. Ой, как голова-то болит. Ой, малек, сынок, очнулся, просыпайся, вставай. Что?
Чё с тобой? Ничего не помню. А чё ты? Мы зашли в комнату, я такой, типа, изгоняю, ты такой хренак на пол и вырубился. Да, помню. В комнату, быстрее в комнату, чё ты там помнишь? Да ничего там не было, ты просто... Я зашёл в комнату, а дальше не помню. Вот его тут ты на пол хренакнулся, еле дотащил тебя до кровати. Ничего тут не было. Блин, священник, знаете, я не знаю даже, как вас отблагодарить за это. У меня денег-то нет, я все потратил на долг. Не стоит, священник долг не берет. Священник это, святая сила, но вот изгнал всех демонов. А вы не можете как-то голову еще излечить, а то я ничего не помню. Голову излечить, это, конечно, я не врач. Водичка свежая, иди сюда. У тебя есть водичка дома? Водичка есть? Да, водичка. Достань водичку, я ее посвящу. Так, так, водичка. Выкинь на пол, выкинь. Давайте, осветите ее, осветите тоже, осветите. Держи! Ой, все, сейчас выпьем и все вспомню, да? И все вспомнишь. Все, ну, вспомнишь я не гарантирую, но легче станет. Все? Полегче. Вот чувствуешь, легче стало. Нет, что-то ничего не сразу. Да скоро бы не сразу. Священная вода не сразу действует, не сразу. В общем, Алёк, ты тут разбирайся, больше демонов, надеюсь. Не будет больше демонов, вообще не будет. Думаете, ну хорошо, спасибо большое вам, священник, еще раз. Огромное спасибо. Да не за что, Малёк, ты тут держись, крепись. Все с тобой будет. Удачи тебе в следующей жизни. До свидания, Малёк. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Так, хорошо. Надо выкидывать вот эти все прибамбасы священника. Пора заканчивать с этим дебилом. Это мой дом. Так, а где он? Он где-то вот там телевизор смотрел вроде. Надо посмотреть. Правее. Да, он там бегает, Так, как я понял, он нашел третью мою карточку от главного секрета, где спрятан... Где находится прошлый владелец этого дома. Ну, привет. Так, он 100% сюда придет, потому что он нашел карточку. Пора с этим делом заканчивать, все. Все, буду его ждать вот тут. И ждать, и напугаю его до усрачки. Все, надо ждать. Карточка, это что здесь такое? Привет! Ты попал! Ты священник! Да, отойди! Да, священник! Ты же не мог попасть! Я тебя обманул, это я был! Я все вспомнил! Что ты вспомнил? Что? Это ты меня вырубил! Отойди отсюда! Ты думал то, что тут демоны, тут не демоны, тут аниматроник обитает. Это дом аниматроников! Таких же, как и я. Чё думаешь, мы оставим тебя вот тут жить? Вот смотри, прошлый владелец этого дома. Прошлый! Я аниматроник, я на этот дом все свое состояние потратил! А мы тут уже 10 лет живем! 10 и никого признавать не будем! Поэтому зря ты выбрал этот дом! Зря ты сюда заселился! Я просто уйду и все! Да, иди сюда!